Добрый вечер, дорогие друзья! Мы вновь начинаем прямую трансляцию из Центральной городской библиотеки имени Ломоносова, города Архангельска. И с вами вновь Любовь Горганчук, а гость нашей сегодняшней программы «Авторитет имени» – поэт, композитор и врач Сергей Григорьев. Добрый вечер! Коренной пенежанин. Всю свою сознательную жизнь Сергей пишет песни о русском севере, о природе, о любви. И этих песен уже несколько сотен. Среди них известные и любимые в народе «Журавель», «Веркало», «Архангельск – город воинской славы» и многие-многие другие. И хочется сказать, что песня «Журавель» даже победила в номинации «Музыкальное олицетворение России» на конкурсе имперской культуры. Песни Сергея Григорьева исполняют многие прославленные коллективы и известные исполнители по всей стране. Их с удовольствием исполняет наш прославленный коллектив «Северный русский народный хор». В 2021 году в издательстве «Лоция» в Архангельске вышел сборник стихов и песен Сергея Григорьева «Журавель». Вот он у нас представлен. И, дорогие друзья, просим вас принимать самое активное участие в нашей встрече, задавать вопросы гостю. Он очень щедрый, и за интересные вопросы вы получите в подарок с автографом автора книгу. Итак, мы начинаем. Я хочу спросить у Сергея о его малой родине. Сергей родился на прекрасной Пинежской земле, родине Иоанна Кронштадтского, великого молитвенника земли русской, и родине Федора Александровича Абрамова, нашего прославленного писателя, 100-летний юбилей которого мы совсем недавно отмечали. И вот мне хочется спросить, какие самые светлые воспоминания о детстве, о вашей земле, о ваших родителях живут в вашей памяти сегодня и сопровождают, и улучшают, облагораживают, радуют вас сегодня? Какие воспоминания из детства? Вы знаете, наверное, самые светлые воспоминания из детства на сегодняшний момент – это не какие-то сладости, шалости и игры, это, наверное, чистая русская речь, скажем так, наша северная речь, потому что каждое лето я проводил у бабушки в деревне, то есть дней по 100 я жил в северной деревне и как мог впитывал, не подозревая, что потом все это мне как-то, наверное, пригодится и всплывет, впитывал русскую речь. Бабушка и дедушка были колоритными людьми. Бабушка у меня говорила очень часто поговорками, такими, например, как «смеется петух над курицей, а сам живет на той же улице». И так далее, и так далее. То есть пересыпала свою речь шутками, прибаутками. Дед вообще был хохмач, хоть и был инвалидом войны, без глаза пришел, с ранением в ногу. Ну, шутили всю жизнь и любили красиво поговорить, скажем так, вкусно поговорить. Вкусные слова, я и сейчас их очень часто употребляю в быту, на работе. Детство, конечно, мое украшено музыкой, нашей северной песней, потому что мама моя почти 50 лет пропела в Пинежском народном хоре, который вот в 2020 году стал лауреатом общественной награды «Достояние Севера». Этот хор знаменитый. В нем была замечательная сказительница, бабушка Настя такая, она была и целительница, я с ней много общался и в детстве, и потом, когда приехал в Пинегу работать врачом. Воспоминаний масса, ну, детство, наверное, самое светлое, не хочется повторять, а может быть и к месту, что все мы родом из детства, все стихи и песни из детства, все наши знания и воспитания из детства. Как говорят, характер воспитывается до 5 лет. Ну, значит, вот такой я уродился до 5 лет, что люблю поговорить, люблю сочинять песни, музыку люблю, людей люблю, люблю людям помогать. А вот красота Пинежской земли, как она вам запоминалась,
какие-то яркие сюжеты, закаты, рассветы, рыбная ловля. Вы знаете, я, наверное, такой многогранный человек, не побоюсь этого слова, потому что я все время живу в разных ипостасях. Я с утра врач, вечером я бард-исполнитель, позже вечером я, может быть, что-то напишу, а в выходные я рыбак, я охотник без красного словца, да, то есть как мои деды и прадеды, северяне с реки Пиниги, и прадеды, и прабабушки, и прадедушки, все мои с реки Пиниги, по отцу это деревня Кушкопола и деревня Веркала, а по матери это вот деревня Кбач и деревня Леунова, ныне Холмогорского района, а раньше Пинежского района тоже. Я, наверное, продолжатель традиций их в сборе ягод, в сборе грибов, в сельском хозяйстве, в рыбной ловле, в охоте. То есть я вот этим всем занимаюсь, просто занимаюсь этим всем. Успеваю, 5 дней в городе живу, 2 дня живу на Пинежье. Как-то вот так получается. Угу. И мне нравится все время менять. Не однотипно, вот ты только врач и все, нет. Или ты только там песни сочиняешь, нет. Гораздо шире живу. Много ипостасей. Секундочку. То есть сегодня вы Архангел Огородец. И вы уже сказали, что вы врач. И поступили, значит, приехали с Пиниги и поступили в такой престижный вуз, как медицинский университет, институт да, ранее был. Расскажите вот о годах учебы, как вам удалось поступить в такой престижный вуз и как вы избрали эту профессию-то, почему? Ну, у меня вообще медики, отец врач, мама медсестра. А мой дед на Ленинградском фронте был санинструктором и фельдшером после ранения. А потом у него была Прибалтика. То есть вот дед, отец, я, сын мой тоже врач. А поступил, ну, наверное, не знаю, может быть, даже и неосознанно как-то поступил в мединститут. Я хотел быть журналистом, да. В 86-м году столичные вузы принимали на месяц раньше. Я об этом не знал в Пиниге, дорог не было, был только самолет. Ну, приехал, да и особо не готовясь, поступил, в общем-то, в мединститут. Проучившись год, там призвали нас всех в совет. То есть вы стали врачом, потому что из семьи врачей приехали в Архангельск? Ну, можно сказать, что и так. Легко поступили в институт? Ну, нормально учился в школе, легко поступил в институт. Учился, тоже не заморачивался, как говорят, тоже легко давалось. Понятно, было все во время студенчества, и учеба была, и какие-то веселые мероприятия было. Все, успевали все. Ваганты. А потом по распределению поехали? Распределения не было, я сам уехал в Пинигу, это 90-е. Никакого распределения, сам поехал работать там. Но это был период начала развала медицины, как раз в середине 90-х. Пропадали лекарства, если зрители помнят, что не было даже кружек в больницах, ваты не было, спирта не было, не говоря о лекарствах. Я вспоминаю, что даже на некоторых листах назначения, когда привозили по скорой больных, я через весь лист назначений писал: лекарств для лечения данной патологии нет, врач Григорьев, а что делать-то? И шутил, что пора уже класть отходную молитву, в общем-то, понимаете, что было тогда в медицине, ну, были и разочарования, были и какие-то радости. Угу. Ну и как вы оказались в Архангельске снова? Ну, здесь было жилье. Поработав в Пиниге, решил, что надо выезжать в Архангельск, что, может быть, здесь дела обстоят лучше в медицине. Но здесь тоже как-то все не ах. И поэтому я ушел в самостоятельное плавание в 99-м году. Поехал и поучился по неврологии и мануальной терапии в городе Санкт-Петербурге, в ГИДУРе, так называемом, тогда был Институт усовершенствования врачей имени Кирова, а сейчас это Северо-Западная академия после дипломного обучения имени Мечникова. Вот так. Продолжаю специализироваться как врач, как и все врачи. Учимся постоянно, получаем какие-то сертификаты, получаем знания. Угу, понятно. Но вы человек творческий, и вот интересно всегда бывает, как вот эта творческая жилка у вас зародилась, как вы совершенствовали ее, и как вы пришли к жизни такой,
что сегодня вас знают и заслуженные артисты России и так далее. Песенное, поэтическое творчество. Да, и народное тоже, но не в этом дело. Но я со школы пишу стихи, пишу песни со школы. Выпускной 10 класса в 86 году был полностью построен на мои песни и режиссура моя, то есть все было в стихах. Да, в стихах. Режиссер. Да, и неоднократно, и концертов, и много чего. Я играл в вокально-инструментальном ансамбле и в школе, и в Доме культуры ДК Пинниги аж с 80-го года, с 11 лет. У меня было разрешение от директора школы, напечатано, что справка дана Григорию, Сергею, значит, с разрешением играть до 23.00 на танцах в Доме культуры. Я был принят в штат, и нам платили зарплату. Мы получали зарплату. В начале 80-х годов мы получали по 40 рублей. То есть ходили в поселковый совет, и весь наш вокально-инструментальный ансамбль, 5 человек, мы сидели на зарплате в Доме культуры. То есть я приносил домой 40 рублей. Это были серьезные деньги. По тем ценам это вот велосипед «Урал» стоил, например, 40 рублей. Фотоаппарат «Фред» стоил 80 рублей. Да? То есть две моих зарплаты тогдашних. Я вот это помню хорошо. То есть мы играли, это было интересно, учился в музыкальной школе. Много ездил с Пинежским народным хором, с мамой. То есть это тоже все как бы во мне жило. Никогда не гонялся выпускать, например, книги. В первую очередь старался выпускать песни. Выпустил много дисков своих. И к юбилею выпустил вот эти два диска, на которых квинтэссенция, 100 моих песен на мои стихи и музыку. Исполняют разные исполнители. Ну, об этом еще дальше, наверное, поговорим. Да, мы еще поговорим и подробнее. Но действительно, вот здесь представлена не только ваша книжка, но и ваши диски. Но у нас такая программа, что хочется поговорить о вашей жизненной позиции, о гражданской, творческой. Вот мне очень интересно, я прочитала в одном интервью с вами, и вы говорите, что цель не ничто, путь все. Ну, это не мое высказывание, да, это известное философское высказывание. Да. То есть, можно сказать еще... Но как вы для себя его трактуете? Можно еще сказать словами Олега Митяева, что мы все спешим к вершинам творческого роста, да? Мы все время берем какую-то высоту, да? Одну взяли, ну как, цель ничто, а путь все. То есть взял одну высоту, иди дальше, не останавливайся, не почивай на лаврах, называется, да? Можно бы уже, да, может, да, и почивать, тебе уже возраст какой-то там, зачем? У тебя вот 100 песен тут, и там еще что-то есть, да? Но мы идем дальше, мы сочиняем, мы пишем. Я понимаю, что это... Если моя первая песня, то, книга, то она уже точно не последняя, будет и вторая, и третья, потому что материала много стихотворного накоплено за все эти годы, уже вот можно сказать, что почти за 40 лет моих сочинительских трудов. Я всегда это не ставил во главу угла, я просто этим занимался в радость себе. Я не сидел и не корпел над тем, что надо сочинить мне песню, хотя могу и пишу на заказ песни, да, и какие-то понятные поздравления, ну, много куда меня просили и чего написать, и я это делал с удовольствием. Считал, как за тренировку ума, что ли, для себя, за решение кроссворда сочинить какую-то песню или какое-то поздравление или еще что-то. Ну, я, наверное, не могу сказать, кто я в первую очередь. Врач я в первую очередь, поэт я в первую очередь, бард я, композитор. То есть я везде как-то вот так иду. Да. По всем и направлениям. Все нужно. Если чего-то не будет, да, то уже жизнь будет казаться неполноценной, несовершенной. Да. И вот мы знаем, что ваши песни звучат и в фольклорном, и в бардовском, и в эстрадном стиле. И я думаю, что уже пришла пора что-то исполнить. Мы с удовольствием вас послушаем. А вы, дорогие друзья, пишите вопросы. Я вам говорю, что сегодня ваши хорошие, интересные вопросы, любопытство к нашему герою, интерес будут щедро вознаграждены. Я хочу исполнить свою песню, посвященную всем мамам, мамам, которые прошли войну, послевоенным мамам. Эта песня была написана мной специально для Аллы Сумароковой. Ей вчера был, у нее вчера был день рождения. Юбилейный, да? Не юбилейный. Хочется поздравить ее.
здесь в эфире. Алла, поздравляю тебя. И хочу сегодня сам исполнить эту свою песню, которую она великолепно исполняет. Родная скамейка с цветами. Я на кухне стою, тихо песни пою, посвящая их мамочке-маме. Там на ликах икон материнская грусть, и Мадонна ласкает младенца. Там навек для меня моя малая Русь, где я слезы утру полотенцем. Та-да-да-да-дай, да-да-да-дай, та-да-да-да-дай, да-да-да-дай. Сядет мама моя, ничего не тая, вспомнит годы мирских лихолетий. Как трудилась она, как кончалась война, как рождались желанные дети. А на ликах икон и тогда, как сейчас, Богородица рядом с Иисусом. И лампадка горела, как жизни свеча, охраняя наш дом от искуса. Да-да-да-да-дай, да-да-да-дай, да-да-да-да-дай, да-да-да-дай. Не старей, моя мать, нам еще воевать в огороде с лучком да с капустой. Будем баньку топить и настоечку пить, хвори гнать, чтобы им было пусто. Ведь за нас, что ни час, Богородица бдит и над Русью покров благодати. Мама, ты не старей, видишь, дочка не спит, улыбаясь сидит на кровати. Та-да-да-да-дай, да-да-да-дай, та-да-да-да-дай, да-да-да-дай. А в деревне одной, там, где дым над трубой и родная скамейка с цветами, я на кухне стою, тихо песни пою, посвящая их мамочке, маме. Спасибо. Спасибо, замечательно. И вот уже приходят вопросы. Татьяна Задорина прислала аж 2 вопроса. Расскажите, пожалуйста, о самой неожиданной, незапланированной своей песне. И бывало ли трудно выполнить какой-то из заказов? Вот 2 вопроса. Раз вы сказали, что и на заказ пишите. Да, пишу. Бывало такое. Вот как песни у вас рождаются? Запланированно или незапланированно? Пишутся незапланированно, но я давно говорю, что я научился вгонять себя в какое-то состояние, в котором мне хорошо пишется, дышится. Главное, чтобы не было вот посторонних звуков, чтобы не мешало ничего. Или какой-нибудь монотонный звук должен быть, и тогда хорошо пишется. Как говоришь, если тебе дают на заказ написать какую-то песню, люди ведь, которые заказывают, они не понимают, в каком стиле я ее напишу. Это будет вальс или еще какой-то там размер, да, музыкальный. Все песни ведь оцениваются всегда не по стилю, а вот я лично их просто, хорошая песня или плохая для меня. В каком она там стиле, джаз это, рок это, или фолк, или фанк. Все равно вот понравилось и все. А что там, о чем там? Просто понравилось, понимаете? Точно так же и принимают песни заказчики, тоже на уровне понравилось, не понравилось. Порой бывает так, что ты 2-3 пишешь разных на одну тему, 2-3 песни бывало такое пишешь. И берут одну, но ты ломаешь ту голову над 3. Бывает, что и не получается песня, а надо сочинить. Но это крутится, надо. Если ты не знаешь, о чем писать, и тебе дали песню, то я сажусь за литературу и в интернет, я смотрю, читаю о предмете, о котором надо написать, там, о юнгах Северного флота или еще о чем-то. Да? То есть я погружаюсь в эту тему и могу, в общем-то, это сделать. Неожиданная песня, о чем нам задали, даже, может быть, вот даже тот же «Журавель»,
Это неожиданная песня. Я написал ее в армии в 19 лет. Может быть, в тоске по родине. А потом она песней стала и запелась она лет через 12, наверное, только. Фолк-дуэт «Подруженьки». Это Галина Пигалева и Софья Сыроватская. Мы раньше работали под названием «Пестрединная артель». Лет 20 назад была такая здесь у нас тусовка, что ли, музыкально-поэтическая. Ольга Супрун, там много кто с нами участвовал. Атар Малишава, Михаил Синников, Алексей Карпов, Рената Курбатова. Да, много-много было людей. И так мы это крутились и давали концерты по области, ездили. И в Марфином доме частенько мы там выступали, собирали деньги на люстру. Там и всякое было. Было весело, хорошо. И когда на завтра или на послезавтра у нас был, значит, запланирован какой-то концерт, вот мне перед концертами хорошо пишется. То есть, когда есть востребованность, я так понимаю, у меня рождаются песни, когда меня куда-то приглашают, да, так что можете меня куда-то приглашать, у меня будут писаться песни. Это так. То есть я вдохновлен тем, что меня приглашают, я на подъеме творческом, и я обычно на кому ничего сочиняю, и порой бывало так, что я сегодня сочиню, а завтра в концерте уже с листком у меня певица споет эту песню. Плохо ее еще знаю, но тем не менее, вот так мы делали многократно. Да, многие-многие исполнители любят ваши песни и представляют в своих программах. И вот мне хочется у вас спросить, а какие у вас отношения с теми, кто поет ваши песни? Дружите вы с ними, переписываетесь, общаетесь? Кто вам дорог из исполнителей? Да, исполнители все по-своему дороги, все своеобразные. Я рад и спасибо им за то, что они исполняют мои песни. Пусть это будет и впредь, и дальше так. На сегодняшний момент это даже не десятки исполнителей, даже не десятки хоров и коллективов. Сегодня есть интернет, и мне пишут и спрашивают ту или иную песню, ну, со всей России точно. Я могу сказать, что сегодня, ну, практически во всех регионах России исполняются мои песни. И Москва, и Питер, Ярославль, и Вологда, и наша область. И, ну, это точно могу сказать, это сотни хоров и исполнителей. Все время веду переписку. Каждый день у меня практически спрашивают песни, спрашивают ноты, можно ли исполнить. Я всем разрешаю, никаких препонов я никому не чиню, ни с кого денег я не спрашиваю, пойте песни. Дело в том, что в России практически не работает авторское право. Говорить о каких-то там деньгах за песню, ну, речи об этом просто не ведется. Если бы работало авторское право, то многие авторы, в том числе и я, мог бы уже спокойно жить за счет авторских гонораров. Но, к сожалению, то на верхушке в авторском обществе у нас тут были скандалы, и руководители, к сожалению, воровали и посадили в тюрьму. Федотов такой был несколько лет назад, да? Почти 500 000 у авторов украл, ведь это было, да? И на сегодняшний момент дела тоже обстоят. Скажем так, песни-то исполняют, а платить-то никто не любит автору. Вот так. Ну, поскольку мы с вами находимся в библиотеке, да. Святое дело поговорить о книгах и о вашей книге. Мы уже сказали, что вот в этом году вышла ваша книга «Журавель». По названию самой популярной вашей песни, которую невозможно слушать без слез. И предисловие к этой книжке написал замечательный друг нашей библиотеки, и ваш друг, это Андрей Васильевич Петров. Он высоко оценил этот ваш труд и выразил надежду, что вы будете и далее издавать свои поэтические песенные произведения. И вот скажите, какие трудности у вас были при издании этой книги, а какие радости? Ну, во-первых, для себя я был первопроходцем, то есть для себя, да, я не издавал раньше своих книг, я раньше все издавал в течение трех-пяти леток, я издавал музыкальные диски, коих выпущено больше десятка, да. Конечно, были трудности разного характера, финансовые, ну, просто цель есть, и ты к ней идешь, раздвигаешь все, что надо, делаешь, находишь время, силы и средства различные, подключаешь людей, и все получается. Я благодарен Тамаре Овчинниковой, руководителю издательства «Лоция», которая всецело мне помогала, и там
девчонки, редакторы, корректоры, которые тоже очень профессионально работают. И всем, кто в Архангельске хочет выпускать книги, я бы посоветовал именно это издательство. Все корректно, все достойно, все правильно. Я поначалу попал с этой книгой не туда, куда надо было. Ну, все было, и на деньги пытались тут меня развести, и всякое разное было. Может быть, это некорректно будет говорить в этой передаче. Но, к счастью, я потом, после нескольких месяцев мытарств и работы с другой фирмой, я попал все-таки вот сюда, туда, куда надо. Здесь и профессиональней, здесь и дешевле оказалось, понимаете. То есть, ну, нашел все-таки, где и как это сделать. Да, и вот просто так не бывает. Петров тоже пишет, что хорошая книга получилась. И я как читатель могу сказать, что приятно ее взять в руки. Потом там столько прекрасных поэтических строк о севере. И вот нам уже пишут люди, которые знают, что такое читатель. Наши коллеги, значит, те, кто нас смотрит, и мы обязательно озвучим их вопросы. Но сейчас я попрошу вас прочитать, может, какие-то стихи или спеть песни, которые вам хочется спеть, которые опубликованы вот в этой книге. Ну, я вот не готовился, а вот сейчас перед началом передачи решил, что, наверное, у меня сегодня вообще целый день крутится в голове слово «милосердие». Я не знаю почему, да? И вспомнилось, что вот у меня в этом сборнике напечатано стихотворение «Найдите время для любви». Оно посвящено детям, которые находятся в детских домах, потому что я знаком с системой опеки и с руководителями, и написал когда-то вот это стихотворение, эту песню, оно один раз всего звучало в концерте в закрытом. Может, сейчас вот на публику можно это стихотворение продекламировать, что ли, под музыку. Да, да, давайте. Подарите детство, ведите их в дома свои, по зову и велению сердца. Не надо массы громких слов, не ждите блага и почета. Дарите детям свой покров, тепло и отчую заботу. Дарите детям свой покров, тепло и отчую заботу. Найдите время для любви к тем, у кого украли детство, и вас Господь благословит, определив и цель, и средства. К чему публичность суеты? Покой в семье всего дороже. Родитель, знай, что можешь ты хранить в семье законы Божьи. Родитель, знай, что можешь ты хранить в семье законы Божьи. Найдите время для любви, и те, кто в горе по соседству, вас будут век благодарить и восторгаться милосердству. И в мире выше нет путей, пусть все сомнения растают. На свете нет чужих детей, и это истина простая. На свете нет чужих детей, и это истина простая. Найдите время для любви, сиротам подарите детство, ведите их в дома свои по зову и велению сердца. Не надо массы громких слов, не ждите блага и почета. Дарите детям свой покров, тепло и отчую заботу.
Дарите детям свой покров, тепло и отчую заботу. Найдите время для любви. Спасибо. Да, Сергей, спасибо за эту песню. Действительно, тепло и любовь, они нужны всем, а особенно детям. Ну, к нам приходят вопросы. Вот Любовь Беляева два вопроса прислала. Вы пенежанин, земляк Федора Абрамова. Какое произведение писателя самое любимое? Вы знаете, вот в юбилейный год Федора Александровича Абрамова я перечитал, естественно, его тетралогию, купил в новом издании. Вообще купил, наверное, 8 книг и все перечитал. Там годы работы его в СМЕРШе, военные его воспоминания, отрывки были напечатаны, автобиографии его, там вот книгу Доморощенного я прочитал и перечитал быстро наискосок, вот, ну, тетралогию, в общем-то, какие любимые. Мне очень нравятся его вот мелкие, вот эти из нескольких... Да, из травы муравы. Да, из травы муравы, да? Нравятся мелочи, вот эти мелкие рассказики, в которых захвачена самая суть, да, в них захвачена. Мне нравятся вот лаконичные вещи, скажем так. То есть, как песня, она же лаконичная, и свою мысль ты выражаешь лаконично там в 12-30 строчках, иногда больше, меньше. Но доносишь свою мысль. Вот у Федора Александровича мне нравится. Эта книжка выпущена тоже красиво, «Трава мурава». И вот эти маленькие малютки сильно нравятся мне. Спасибо. И вот Любовь Жебеляева спрашивает... Можно ли сказать, что Пинежская земля, именно Пинежская земля, вдохновляет вас на творчество? Ну, я уже говорю, что 5 дней живу в Архангельске, 2 дня, а то и 3. Я стараюсь жить в Пинеге, в деревне. Дом у меня есть, и в Пинегу в саму езжу, и за Пинегу. Я в лес езжу часто очень, по грибы, по ягоды, по охоте, по рыбалке. Кто знает меня близко, знает, что я не вру, что я этим действительно много и профессионально занимаюсь. Мне это нравится. Я понимаю, что это вот как раз мы должны пить воду, где живем, нашу чистую воду. Мы должны есть продукты, которые выросли на нашей земле. Мы должны дышать здесь чистым воздухом. Мы, может быть, меньше должны есть бананы, а больше есть бруснику, понимаете? Она, я думаю, что будет и полезней. Я, как Пушкин, люблю морожку, понимаете? Он перед смертью Александра Сергеевича попросил, он морожки попросил, понимаете? То есть он тоже был, наверное, по духу северянин. Хоть тоже и ругал, с северо-запада. Да, да. Хоть и ругал, да. Пушкиногорье тоже находится фактически в нашем регионе, да, в Псковской области. Съездите туда, не пожалеете. Я там был один раз проездом, правда. Я там была 2 раза. Ну, замечательно, да. Туда и отправим наших слушателей сегодня. Все в Пушкиногорье, ребята. После Пинеги, естественно. Да, вопросов много. Давайте. Вот Дарья Ершова спрашивает... Песни каких исполнителей звучат у вас дома? Кто из исполнителей вдохновляет? Я уже сказал, что я люблю хорошую песню. И немного композиторов, исполнителей, у которых прям все песни шедевры. Да? Я люблю вот так вот из всех понемножку. Понятно, что я воспитан был в свое время... Дядя Володя, младший брат моей матери, он очень любил Высоцкого и был лично с ним знаком в Мурманске, там, когда был Высоцкий там несколько дней на гастролях, они там занимались мужскими делами всякими разными, да, вот, остались записи, и было много пластинок, и в деревне вот крутились эти пластинки Высоцкого. Понятно, что были подпольные записи Галича, его отца, на... Магнитофон «Аидас» был такой прибалтийский, там 68-го, по-моему, года. Вот крутила без конца эти записи. Я уважаю, естественно, Александра Яковлевича Розенбаума. Я Олега Митяева уважаю. Ездил к нему на фестиваль в Челябинскую область несколько лет назад. Ну, много исполнителей. Люблю очень французский шансон, да, мелодические вот эти вещи. Естественно, Шарля Азнавура и много кого. Вчера весь вечер я просто слушал, например, Димаша и восторгался его голосом, а после него перешел на оперу. То есть я разные вещи слушаю, и сказать, что я люблю только вот это, нет. Я уважаю и тяжелый рок, в общем-то. Сын у меня сочиняет песни на английском языке и поет еще тот рок, и скоро выйдет у них диск в Санкт-Петербурге у сына моего. Группа Mass Face, найдите и послушайте. На английском языке тексты и музыка моего сына. То есть я разную музыку слушаю. Я люблю джаз, люблю Тима Дорофеева. Сколько лет сыну-то вашему? Ну, сыну 30-й год. Он поет, он
Ну и вот тоже начал сочинять, и я думаю, что успешно. Мне нравятся его вещи. Хотя это тяжелейший рок, не совсем мелодический, но... А так, конечно, я сторонник мелодических мелодий. Ну, таких понятных гармоний и мелодий. Я люблю мелодичные песни. Ну вот Юлия Мужикова спрашивает, каким образом поэтическое творчество проявляется в вашей работе, имеется в виду в медицинской? Ну, кто был у меня на приеме, и сегодня, и вчера, и будет завтра, я со многими начинаю говорить и о песнях, и о музыке, и исполнителях, может быть, и не со всеми. Смотрю, что за человек ко мне пришел, понимаю, интересно ему или нет, или неинтересно. Кому интересно, дарю диски, иногда и продаю, бывает. Ну, разные люди. Сегодня подарил женщине тут диски, и другому человеку книгу сегодня подарил. Я не все продаю, хотя... Кому продаю, поймите меня правильно, что сегодняшним российским авторам, выпускающим диски или книги, никто финансово не помогает. Да. Это я все делаю сам. Если бы у нас сегодня кто-то помогал авторам, у нас бы больше было хорошей музыки и больше было хороших книг. К сожалению, сегодня те, кто пишут, они страдают во многом от безденежья. Я как могу, вот это все сам выпускаю. Многие скажут, что дурачок, ну... Считаю, что что-то материальное после меня и духовное останется, понимаете? Но мы в библиотекаре много таких дурачков знаем. Да, и слава богу, что они есть, на них, в общем-то, держится духовность российская. И, в общем-то, ну, самое главное для нас – это читатель благодарный, и слушатели, как музыканты, и исполнители собственных песен. Ну вот есть благодарные ваши слушатели, зрители. Нина Ваганова пишет: «Спасибо вам за стихи и песни». Валентина Спасибо. Южакова: «Сергей Анатольевич, благодарим вас за ваше творчество, за песни и стихи. И прекрасные вопросы, Спасибо, замечательные комментарии, поэтому, я думаю, нужно еще что-то спеть». Мы сегодня с корабля на бал, и поэтому я одним глазом подглядываю, даже особо и не готовился сегодня. Затрудняюсь, не знаю, что спеть, но спою старую песню, которая как раз посвящена отцу, сыну. Мне очень нравится ваша песня про пиджаки. Ну давайте про пиджаки. Почему зовут так странно славный пинежский народ? Вроде люди без изъяна, что за камень в огород? Они степенно возле пинеги реки, мы зовут их неизменно пинежане, пинжаки, 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 но зовут их неизменно пинежане, пинжаки, пинжаки у них вне моды, тело греечки в ходу. Катаночки и скороходы никогда не подведут. То с улыбкой, то с издевкой чешут злые языки. Парни с пинеги до девки, пинежане, пинжаки, пинжаки, пинжаки. Парни с пинеги до девки, пинежане, пинжаки. Всем, конечно, шубы, соболиные меха, так зарплате лишний рубль, да в супец бы потроха. Вот тогда хоть стой, хоть падай, прикуси мне в языки. Хорошо живут за правду пинежане, пинжаки, пинжаки, пинжаки. Хорошо живут за правду пинежане, пинжаки. Да-да-да-да-дай, да-дай-дай-да-да, да-да-да-да-дай, да-дай-дай-дай, да-да-да-дай, да-дай-дай-да-да, пинежане, пинжаки. Так, здорово. Вопросы поступают вновь. Кажется ли вам, что в «Веркале» есть какая-то особенка? И можно ли услышать песню «Веркала»? Ну, «Веркала» — это сейчас
место силы, скажем так, Архангельской области, место силы Пинежского района. Особенно в Веркале одна и самое главное. Если бы там не было имени Федора Абрамова, то сегодня это была бы тоже одна из самых умирающих деревень Пинежья. И сегодня Веркала держится на имени и на трудах Федора Абрамова. И благо, что сегодня там есть музей, есть библиотека, есть последователи его. Те, кто его читает, и те, кто живет, может быть, по его канонам, скажем так. Благо, что там есть монастырь, который тоже сотрудничает, в общем-то, взаимообразно с населением. Ну, вот для меня это тоже родина, потому что там родилась моя прабабка. И как я пою в песне «Веркала», она пела там на клиросе до революции, моя прабабушка Настя по отцу, да. Тоже для меня это родина, потому что пращуры мои оттуда, скажем так. Песни «Веркала» тоже исполняет много кто, и я очень часто ее исполняю, особенно за юбилейный год ее попел на разных концертах. И исполнял ее на могиле Федора Александровича Абрамова в день его 100-летнего юбилея в феврале «Мила метель», и рядом с могилой перед публикой я исполнял тоже вот эту песню. Не так давно у нас в городе Архангельске появилась библиотека имени Федора Александровича Абрамова на Ленинградском проспекте. Правильно, и когда мы там проводим дни памяти или день рождения Федора Александровича Абрамова вспоминаем, то мы всегда слушаем вашу песню «Веркала». Так вы ее нам сегодня исполните? Да, исполню. И хочу сказать, что я тоже потрудился к юбилею Федора Абрамова вместе с моими единомышленниками. Их много. Я автор идеи и создатель вот такого диска. Я с Абрамовым не был знаком. Это строчка из моей песни, посвященной Федору Александровичу. Сделали вот такой вот диск презентационный. Я собрал там любимые песни Федора Абрамова, которые исполнили Веркальский, Карпогорский, Пинежский, Государственный академический Северный русский народный хор. Я к этому диску подпинывал нескольких наших поэтов и композиторов. Ребята, давайте напишите, какие это песни, и все получилось, да. Хороший получился диск, хорошие были концерты. То есть вот редкий диск, который я выпустил вместе с... Ну, помогало очень много людей. Я благодарен всем, кто сработал и сотрудничал со мной по этому диску. Итак, песня «Веркала». Веркала, 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 Веркала. Разлетелся июль серебром по реке, и с полохами светится в зеркале. Я волнуюсь слегка, нервы сжав в кулаке, подъезжая к прабабкиной Веркале. Я волнуюсь слегка, нервы сжав в кулаке, подъезжая к прабабкиной Веркале. Здесь она родилась и трудилась из век, пела в церкви на маленьком клиросе, и гулял, говорят, Дух Святой по избе, окропляя всех Божию милостью, и гулял, говорят, Дух Святой по избе, окропляя всех Божию милостью. Веркала, Веркала, и Абрамов у гор, и над речкою луг, навсегда в моей памяти. Веркала, и Абрамов у гор, и над речкою луг, навсегда в моей памяти. Веркала, 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 Веркала. Вам тут пишут много. Давайте Валентина читать. Южакова. Очень нравится песня про пинежан.
так я сама с Пинижья. Будем рады встрече с вами 5 декабря в ГКЦ и снова с удовольствием послушаем ваши песни. Далее, значит, Лидия Ковалева, спасибо, Сергей Анатольевич, вашим родителям за такого умного сына. Это все знакомое. Процветание, дорогой. Понятно, спасибо. Что это люди, которые вас меня любят, знают, уважают, да. Знают. Я их знаю. Привет. Так, всем. Алексей Карпов, Сергей Анатольевич, Даша, какие творческие планы на 22-й год? Леша, планов много, хотелось бы и с тобой посотрудничать, приглашай, если что-то где-то намечается. Это наш знаменитый исполнитель. Мы с Лешей знакомы. И многогранный человек Алексей Карпов, да, Валентина Южакова, это руководитель Пинежского землячества. Видите, как мудро работают. Тут же сразу рекламку концерта, да, хотел, я думаю, что здесь... Но это надо, мы да, не это против, надо, да, мы я... не против, да. Мы... Все в одной культуре работаем. В это воскресенье приходите в 16 часов. Будет концерт коллектива Пинежского землячества «Рябиновые зори», где и я буду принимать участие. И пинежанин будет там, и Николай Терюхин со своим агентством будет, и Тим Дорофеев будет. Там будут все пинжаки. Замечательная приходите реклама. Приходите в ГКЦ. Придем непременно. Спасибо. Что касается творческих планов, ну они всегда есть. В настоящий момент готовится целых 3 диска. Один диск, я почти закончил этот диск, посвященный нашей знаменитой певице, заслуженной артистке России Ренате Курбатовой. Вот я собрал везде материалы с телевидения, с радио. Алексей Карпов мне тоже что-то прислал. Я у мужа Ренаты взял, у себя покопался и со всех, кто ее знал, собрал различные записи. К сожалению, мало хороших записей, но на диск хватает, включая и мои песни, конечно. И вот в ближайшее время я отдам в тираж вот этот диск. Это первое. Второе, в Москве пишет певица диск моих песен Татьяна Симушина, я ей благодарен за это. В Северном хоре все никак не можем закончить с трио Покров диск, но надеюсь в 2022 году все-таки закончим. Ну вот творческие планы. Леш, думаю, что вторую книгу выпущу. Ждем, когда ты все-таки, Алексей Карпов, ты выпустишь тоже диск своих песен, давай старайся. Кстати, на этом диске тоже Леша, вот две песни да, есть да, Алексея Карпова. Я ему благодарен за это, что он тоже посотрудничал и всячески помог. Кругом друзья и единомышленники, это хорошо. Это хорошо, и люди вам очень благодарны за сегодняшнюю встречу тоже. Любовь Беляева пишет: браво, спасибо за встречу, дальнейших творческих успехов. Спасибо. Татьяна Задорина пишет: спасибо, Вера Колопила сейчас с вами вместе. Значит, спасибо. Действительно, это трогает душу, и это самое главное в искусстве, чтобы до наших сердец доходило творчество замечательных творцов. Наша встреча подходит к концу, и в завершении программы «Авторитет имени» я всегда задаю один и тот же вопрос. Я прошу озвучить ваше творческое кредо, ваше основное, не только творческое, но и жизненное, ваше основное жизненное правило. То есть, какую мудрость вы вывели для себя, прожив определенное количество лет, какое напутствие вы хотите дать особенно молодому поколению? Ну, самое главное, я хочу сказать, что и напоминаю своим пациентам, вообще я не живу по какому-то креду, да, то есть я применим к любым ситуациям и всегда делаю так, как лучше и людям, и мне, да, стараюсь всем помогать. Жизненное кредо может быть разное, да. В первую очередь помощь людям в трудных ситуациях, я это каждый день делаю, приходят пациенты со своими проблемами, я стараюсь решить их, стараюсь делать это честно. Наверное, жизненное кредо – это творить добро, чтобы не было стыдно за прожитые годы, да, ни перед кем. Хотя, конечно, в жизни без ошибок не бывает, и у меня наломано дров тоже много, но вчерашнее не вернешь, нет сослагательного, значит, вот. Ну, люди не ангелы. Люди не ангелы, да. Хорошему человеку свойственно ошибаться, потом я бы хотел, задумываться чтобы, да, об этом. В мире было больше правды, чтобы в мире больше было добра, чтобы мы были честнее друг перед другом. Если, ну, положительные эмоции. А пациентам своим всегда напоминаю, что почему человек попущен жить на землю. Мы сюда пришли по двум причинам. Первая причина – это стяжать благодать Господню, то есть любовь к ближнему, к
Богу нашему, да, и второе, мы пришли сюда на землю, чтобы самосовершенствоваться. И вот вы вначале упомянули философский постулат, что цель ничто, а путь все, да, то есть это как раз и есть путь к самосовершенствованию. Я пациентам говорю, что, ребята, раз вы получили болезнь, значит, вы жили неправильно, теперь должны пойти правильной дорогой, то есть начать тяжелый путь самосовершенствования, победить альтер-эго, второго себя, ленивого победить, глупого, делающего неправильные поступки, и встать на путь исправления. То есть мы живем на земле, чтобы любовь была, благодать Господня, да, любовь к ближнему, к жене, к мужу, к детям и к Богу. И второе, мы здесь, чтобы самосовершенствоваться. Если, то есть я вот выпускаю книгу или диск, я считаю, что это я самосовершенствуюсь. Если больной излечивается от болезни, он тоже самосовершенствуется. Мне хочется верить, что после нашей передачи сегодня люди тоже как-то стали более совершеннее, послушав песни, послушав нашу беседу с Любовью Никоновной. Ну, то есть, да, то прикоснувшись к прекрасному, к настоящему и задумавшись о том, действительно, для чего мы живем. Я бы хотел, чтобы сегодняшние наши слушатели и зрители читали больше хорошей поэзии, читали больше книг, слушали больше прекрасной музыки. Сегодня все доступно. Может быть, меньше плохого слушать и смотреть, да, по телевизору, желтую прессу не читать. Есть классика, которая вот здесь в библиотеке кругом. Можно просто отвлечься от того негатива, который сегодня со всех сторон сыплется. Я стараюсь это не замечать, хоть и не всегда получается, все равно мы все живем в обществе, да. Но давайте себя оберегать, давайте себя все-таки вот самосовершенствоваться, работать над своим духовным началом в положительном ключе. И как раз занятие любым видом искусства, будь то рисование, поэзия, музыка, театр, это все помогает человеку жить на земле. Ну что, Сергей Анатольевич, мы должны теперь подвести итоги. И вы мне сказали перед эфиром, что вы готовы не одну книжку подарить, а подарите книжки тем людям, которые проявят интерес к нашему разговору и останутся с нами до конца. Да. И у нас это где-то человек 5. Я сейчас не буду вновь называть имена. То есть все, кто заинтересовался и задавал вопросы, и то есть помогал нам организовать это общение, мы будем благодарны. И замечательный автор наш гость подарит книжки с автографом. Спасибо за внимание. Присоединяйтесь к нашим встречам и в дальнейшем. Прямые эфиры с интересными людьми мы проводим в библиотеке Ломоносова ежемесячно. Все, спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания.